мои дорогие зрители, уважаемые подписчики и гости моего канала. Друзья мои, сегодня видео, конечно, немножко необычное для моего канала, но иногда я выкладываю такие видео. Снимаю, вернее. Значит, хочу показать покупочки, которые я сделала на Wildberries. Значит, что хочу сказать. Вот первая покупочка моя была... мясорубка комбайн называется. Вот здесь соковыжималка в нем, здесь насадочки терки, вот для колбас насадочка и для кебби. Значит, стоит эта мясорубка 4000 на Wildberries по скидке, да? Что хочу сказать, значит, о мясорубке. Я уже ее использовала один раз. Делала борщ я на зиму, заготовку. Я для этого, собственно, и брала такую мясорубку. Вот. Ну, что хочу сказать. Я не особо довольна, конечно, своей покупкой. Но возвращать не стала. Почему? Потому что соковыжималка очень хорошо работает, да? Мясорубку, правда, крутить мясо я не пробовала. А вот терки... Для моркови и свеклы плохо совсем работали, однако капусту просто на ура покрошила я. Это вот такой вот насадочкой. А вот эти две как туповатые все равно насадки. Ну, соковыжималка, я уже сказала, мне понравилась, хорошо. Ну, из-за этого не стала я ее, собственно, отправлять. Потому как просто мясорубку купить в магазине сейчас очень дорого. Да? Что хочу сказать. Называется Марта. Она, конечно, небольшая мясорубка. Пришла она новая совершенно. Ничего не поломанное, ничего. Но она сама небольшая, такая легкая очень. Это ее минус большой. Почему? Потому что, когда ставишь насадочки, она как бы начинает наклоняться. Ну, муж пообещал мне сделать такую специальную для нее утяжелитель. Вот, чтобы она не клонилась. Ну, сделает такой какой-нибудь металл. И мы его как бы вот так на заднюю стенку подвяжем. И чтобы она не наклонилась. Ну, в общем, сделаем. Это страшного, ничего нет. Ну, вот такую я сделала, купила. Хочу сказать, что я покупала стеклянную. Я показывала уже видео свое. Я покупала стеклянный, измельчитель со стеклянной чашей. Друзья мои, как хорошо. Вчера с вот этой помощью, мясорубкой, и вот с этим измельчителем я так хорошо перемолола, надо сказать, морковку, перец. Ну, морковку я здесь пробовала сначала, а вот перец, свеклу, лук и даже помидоры я измельчила на этой соковыжималке, ну, на этом измельчителе. А на этом вчера делала сок для другого блюда и делала, крошила капусту. Ну вот хочу сказать, что вот это подходит пока что. Ну, конечно, может быть, я приспособлюсь. У меня там есть старые мясорубки точно такие. Может быть, они будут получше, они подходят. Ну, это, как говорится, просто дополнение. Так, дальше. Дальше я купила, друзья мои, вот такие кислородные очистители. Вот, посмотрите. Называется Экобрай. Или Экобри. Ну, не знаю, как правильно читать. По-английски не знаю. Так, и вот такой вот. Вот такой универсальный очиститель. Значит, вот этих выписала 3. Ну, это так нечаянно. Я и первый раз, собственно говоря, выписывала на... Wildberries. Поэтому что-то там неправильно нажала. Вместо одной пачки нажала на 3. 3 раза. В общем, что-то там я пробовала, пыталась. Не получилось 3. Ну, ничего. Он у меня не пропадет, потому что я стираю очень часто. У меня бабушка такая, что старенькая, надо ей часто стирать. Муж у меня такой, что неаккуратно. Ему нужно все время отбеливать. Так что вот так. Ну, вот купила 2 вот таких очистителя. Значит, скажу сразу цену вам. Ну, я брала, ну, как раз были скидки. Вообще, кто еще ни разу не пользовался Wildberries, хочу сказать, что очень удобно на Wildberries то, что бывают скидки. Вот эта мясорубка, она, по-моему, 6000 стоила, а я ее купила за 4. Вот кислородные отбеливатели, они тоже стоили дороже.
Вот этот я купила 294 рубля за килограмм. Вот этот вот купила за 312 рублей за килограмм. Еще вот, друзья мои, купила гелевые капсулы для стирки. Называется «Тропический взрыв». Значит, в упаковке они идут две вместе, продавались. Вот таким образом две. Хорошо были упакованы, надо сказать. Вот, смотрите, вот такие вот, видите? Здесь 52 штуки в одной упаковке. Но они продавались, ну, как были в продаже, вот в таком виде. Две вместе, да? Правда, они еще были там упакованы, очень хорошо были упакованы. Вот каждая упаковочка 52 штуки, всего 104 штуки. Вот эти 104 штуки я отдала за 810, так, за 842 рубля. Я отдала за вот эти 104 штуки. Я еще не стирала, друзья. Вот, ни очистителем не пользовалась, ничем. А еще, друзья мои, выписала футляр для внука, для своего, для телефона. Вот. Ну или как, чехол, скажем так. Стоит 186 рублей. Вот, книжечка. Чехол, книжечка. Ну, он был доволен. Так что, а у нас они тут в наших магазинах стоят 400 рублей. Ну, почти больше даже, чем в два раза получилось дешевле. Я, конечно, в первый раз, друзья мои, выписывала. Вот хочу сказать. Значит, что еще хочу? Я еще выписала там вещи, хочу посмотреть, как. Я ни разу не... У меня дочка все время пользуется Wildberries. Она часто берет по скидке хорошие вещи, и обувь, и одежду, и все. Есть такие товары, которые, ну, невозможно у нас купить. Вот, например, таких очистителей кислородных у нас нет вообще. Даже отбеливателей нет, понимаете? Ну, просто нет отбеливателя. А эти кислородные очистители идут и как отбеливатель для белья, и для посуды. Ну, для всего, можно сказать. Даже для унитазов, представьте себе, отбеливатели. Ну, вот, друзья, вот такую покупочку я, как говорится, сделала. Вот, я в следующий раз покажу вам, что еще мне придет. Хочу сказать так, пришло очень быстро, я заказывала в субботу. Вот, значит, в понедельник уже пришла мне мясорубка, да? Вот, и вот сегодня, потом я заказывала в субботу мясорубку сначала, потом я заказала в воскресенье вот эти отбеливатели, а еще выписала для белья парфюм. Ну, то есть в машинку добавляете, ну, там написано все, как это делать, но пока он еще не пришел в пути, как только получу, я вам обязательно покажу. Ну, вот видите, друзья. Да, еще выписала на мясорубку, на другую, у меня старая мясорубка, у меня полетели шестерни. Но, к сожалению, неправильно выписала. Одну правильно выписала, но она еще не пришла. А другая получилась на мясорубку Браун. Пришлось мне от нее отказаться. Ну, тоже пришло очень быстро, в течение 3 дней, надо сказать. Так что, друзья, вот, если вам интересно, пользуйтесь. Wildberries, кто пользовался, поделитесь своими комментариями, как у вас, как вы заказываете, что, может быть, я тоже, смотря на вас, тоже что-то такое закажу. Ну, на этом все, друзья мои. Спасибо за внимание. С вами была Валентина. До следующей встречи, друзья. Всего вам доброго. До свидания.